И всем привет! Как раз начинается дождь, собирается, то есть, и мы идем рейдить третью базу. Самое время. Да. А, кстати, ты коктейли молотова взял? Ничего я не взял, в том-то и дело. Я и гранаты забыл. Красавчик. Они будут почти как на ладони у нас. Такой, если еще я 5, я еще бы нашел бы, было бы вообще хорошо. Ну вот я же тебе объяснил, твоя база, если ты с нее выходишь, о, ты как раз прыгаешь где-то. Вот как раз на этом камне я и сижу, только с другой стороны. Ты, наверное, внизу идешь, а я, чтобы базу видеть. Это ты только что щелкнул? Ну... А, вот, вижу. О, а как ты зашел? Через верх? Просто вот здесь вот. Макс, на тебе бомбу вставим. Давай бомбочку поставим. Ну вот настал тот час, когда мы будем ломать им морды. Ну или нам, конечно, сначала. Любите около деревьев стоять, да? Да, они по-любому любят деревья. Ох. Так, только я вот. А, вижу, он идет один. О, к нам идет, рядом с сумочкой. Ну, как? Подожди. Жду. Генеральный выстрел от меня. Блин. О, пришло. Откуда вы стреляете? Он из-за дерева стреляет с той стороны. Ух ты. Красиво, я там заснял этот момент. Давай, давай, беги, беги. О. Да, блин, остановите кто-нибудь. Я только цели самах, только дзинь. По-моему, все. Граната! В смысле, это зажигательная, зажигалка. Ну я ему голову разочек попал. Молодец, а я просто добил. Ну как он в меня попал, падла? Да я. Ну, просто тейкон. Огонь, огонь! Ждет. Горишь, в смысле, молодец. Ну кровь еще. Блин, дайте нормальные патроны, придурки. О, твой патрончик. Мой патрончик, это хорошо. Твой патрончик. А где-то еще тут где-то должен валяться. Ну я 3 поднял. Я 1 поднял. Вот один еще. А, как ты его? О, этот вообще только с этого, с озера пришел. Рыбку? Рыбку ловил? Песчаник это как его, водоросль. А, я понял. Так, ну все, да, наверное? Сохраняйся давай. Нажал. А что такое? Во-во, только что появилось. Так, нету тут ничего. Так, ты забрался, да? А я тут буду стоять. Сейчас, подожди. Давай, выходи. Подлый труд. Не, не идет. Блин, мы с тобой, знаешь что? Гвоздя-то у меня есть. Надо, блин, доски. Ну доски-то мы сейчас нарубим, вот гвоздей нет. Пошли, один называется. Двери ремонтируют. А чем? Гвоздей нет-то. Ну, вообще я как бы могу уже кинуть бутылку, да? Да, кидай. Так, где-то мой целеуказатель. Ага, вот он. Ну, выбегайте давайте, я буду сейчас щелкать. Так, тут именно стоит с этой стороны. Вот. Мина. Вижу, да, вот она. Ну, можно ее снять, конечно. Да, пускай вряд... лежит. Просто это лучше, когда знаешь, где она. Ну, по-моему, там одна. Вон она, в кустах. Ты уже кинул? Не понял. То есть...
Горело, ничего не сгорело, я не понял. Макс, вообще ничего не повредило. Железо что, не горит теперь? Ну кидай еще раз. У нас сохранение есть. Я не понял юмора. Что он изменил и не сказал, что он железо теперь не горит? Ну как бы по логике вещей оно как бы и не сильно и горит. Оно не горит так, что, блин, одни ошметки остаются. Ну все сгорело. Не, а что ж такое-то? Надо перезаходить там. Готов? Да. Мне лучше туда бежать. Ну да-да-да, потому что я отойду подальше. Нормально прилипло. Да. Ой, я застрял. Что, серьезно? А нет. И сколько? Придется добивать кирками, но ничего страшного. Провалилась собака. Да вроде сверху. Ну, у меня такое ощущение было, что вроде провалилась. 500? Ни хрена себе. 829 у меня показывает. Восемьсот? А что случилось только, что я не понял? Оно отремонтировалось, Макс. Ты что, ремонтируешь так? Уже стало тысяч... Подожди, куда-то я не туда смотрю. Чё это оно и это отремонтировалось? Они что там, козлы, теперь уже ремонтируют, пока мы в рейдим их? Алло, вы что там, придурки? Так, у тебя взял дробовик, да? Ну, я дробовик взял, а он же будет далеко, поэтому будем смотреть, что там. У нас дверь сломалась. Как это сломалось? Точно сломалось. Понеслась. Блин, я чуть не стрельнул в тебя. Но я жду этого чувачела, который... Он сверху сейчас будет выходить. А вот сверху, зараза, зашел. Вышел. Но надо одному тут стоять, чтобы они снизу не перли. Это он прыгнул только что. Да ясно, ладно, сейчас будем ребенка подстрелить. А, вот он ходит. Ай, блин. Быстро что подбираем такое? пока не появились. Того нет, что ли? Как это нет, уже есть. Блин, а что это он тут сидел? Не знаю. Я его даже не видел. Ничего не понял вообще. Я подумал, что это ты, а потом смотрю, какой же это ты, если этот мужик сидит. Там опять вышел, по-моему, снизу. Блин, где это все происходит? На улице, что ли? Да вот тут чудо, блин. А, с этой двери. Угу. У тебя аптечка есть? Есть. Так прими. 20, у тебя 20 уже. Я не понял. Я же в него в два раза попал. Ну он не умер. Я ему в бошку вроде попал уже. Что за дела? Алло, выходите. Хито там. Есть кто дома? А что чё это они сверху стали выходить? Так почему они со всех дверей выходят? Так, ладно, лутаемся. Один с пороха, крут, спасибо. Ценный лут. Так, гранату одну дали. Хорошо. Есть еще пожрать? Так, давай. Гнилье. У меня сгнило мясо. Вон там гнилье в печке есть. Так, могу бинт сделать, надо бинт? Я тоже могу.
Ну, у меня бинтов там О, много. У меня что-то только что сгнило, бляха, я не успел съесть печень. Эть. Я не буду ее брать. Надо тут подъедать. Давай поедим. Угу. Так, что у меня еще можно? Я могу эти вот растения съесть. Да вот эту, как ее, суп, похлебку ешь. Да пока рано еще. Мне еще пока хватает. А ты уже этот верстак утал? Нет. Блин, на верстаке ничего нету. В верстаке ничего нет. Странно, теперь смотри, мы снесли дверь. Кнопка-то осталась. Вот. Блин, и здесь в верстаке ничего нет. Ну ничего, зверили что? Не, наверху я забрал. Так, ну ладно. Что-то я там забрал. А, 10 пороха было, Макс, там. Всего лишь 10 пороха было. Кстати, у меня есть 28 пороха. Если у тебя есть красный, можешь сделать. 39 пороха есть. 12 и 19. Так, я кидаю гранату. Ты где? Наверху, мы же сверху начинаем. Понял, понял, понял. Кто-то идет. О, Макси, собирай. Все, что идет. Идет? Блин, охотники. Вылетело с меня в эти все. Все. На тебе патрончики на пистолет вот эти вот. У меня как раз место освободится. У тебя дрова есть? Гвозди есть у меня. Кто? Так, это не трогай, это мусор. Я выкинул. Доски есть? Мини доски эти, бревно. Нет. Бревно нет. Там охотник ходит. Ну бревно ладно, бревно я могу просто скинуть. Это местный там... или... Бомжарик ходит. Бомжарик? А чё это он сюда припёрся? Они ж тут недалеко. Не знаю, что с ним делать. О, бегут, бегут, бегут. Их много, да? Ладно, давай эту, ломать следующую. Ну в базу они не должны заходить в чужую. Да, не будешь. Пусть они там ходят. Нас ждут. Все, у меня кирки, считай, нет. Это ж, смотрите, сколько... Так, давай, ну или добей уже. Стрелы ломаются просто одна за одной. Раньше хоть можно было собирать. Что-то есть интересное? Ну, кожи две. Делай сразу эту, бинтик. Блин, вообще мусор. Ну, единственное, что вот много красных, один патрон на... Короче, все, что у меня есть, то у меня все и влезет. У меня еще две свободные ячейки осталось. У тебя растения есть? Медицина есть. Я за тебя. Был, в смысле, ну, в комнате был. А, господи. Ну, вот как раз эти еще отдам. Пошли следующую. Или уже темно? Да нормально, что нам темно? Что нам бояться-то? Мы сейчас даже свет включим. Что нам бояться? Пускай они нас боятся, мы сейчас даже генератор им запустим. С перегрузкой. Не, просто уже нечем стрелять. У меня 6 стрел всего. Это кто бегает? Да это же охотник, блин. Может его пристрелить, до дерева нарубить. Где он входит? Да там, по-моему, бегает с той стороны. Все, кирка сломалась. У меня. Ну да. Я уже топор достал. Ну топор, кстати, у меня тоже есть. Ну подожди, топор. Топор надо оставить, чтобы бревно срубить. Ну, зачем же его ломать? До конца, да. Так, 13 патронов, у меня один еще на дробаш есть. Блин, ты меня заколебал, зараза. Хрусь, 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 хрусь ходит там. А, темно. Ну как темно? Нормально еще видно. Тем более свет... А, видишь, вон. Пусты пошел. Отлично. Тоже мне тюлень. Понимаешь ли. Ты сейчас эти уже прибегут. Да по боку. Ой, там мина, блин.
Во, я забыл за него, я пробежал вообще прям на чуть ли не по ней. Ты забрал у него это? Да, я забрал же. Ты как нормальный человек через балкон? Да. Все нормальные герои идут через балкон. Сейчас эта сука починится. Мы ж не успеем ее вскрыть. Опа. Так, на дробаше оставлю, но да, я лучше винтовкой. Сейчас добьем, тут осталось два выстрела там. Отлично. Быстрее. Короче, я беру все, что вылетает, все твое. Отлично. Это я поставил переплавляться. У меня, кстати, есть потасию, могу забрать. А, на. Обратно тогда. О, это кто бегает? Все, они бегают. Так, ну что, мы наверх, наверное, да? Тут вообще-то неудобно. Или они будут тут создавать? В общем, нам надо вот так установиться опять. Так, 6. Нифига я винтовку потратил, поломал, блин. Так, давай туда беги, как мы раньше становились. Ну, да, да. Ой, а темно, не видно ж нифига. А что нам убегать? Мы этих подождем сейчас. Да я понял. Ты их прошел? Сохранение прошло, да. Ну, ждем. Так, пошел движ. Бомжи пришли. Мешают нам тут работать. Опа, это не бомжи уже. Да блин, что за... Чё они в эту дверь ходят? Все сыпется с меня, Макс. Я вижу, ну подожди, тут же... О, Олег! Убил! Ну я понял. Так, где аптечка, где? В смысле, бинт. Вон еще что-то лежит. Отлично. Волокна какие-то. Так, блин, что выкинуть? Ты что не ешь? Не хочешь? Да, а что, у нас уже переплавилось это? А я просто собрал его. Мы, я подумал, что мы будем ходить. Давай я поставлю, пускай. Ладно, я тогда наверх поставлю. Там тоже есть печка. А подожди, вытащи, потому что сейчас они перереспавнятся. Уже все. А, они уже перереспавнятся. Ладно, все, все, все. Они уже пришли. Ну по темноте же мы не будем идти никуда. О. Да. И тут свет есть. Похозяйничаем немножко у них в базе. А тут с лампочкой. О, и тут лампочка есть. А, хорошо. Есть кто дома? Все, мы им скрыли все. Суп ты уже доел. Так, мясо у меня есть. Классно. Так, а почему они не восстановили эту... Дверь? Они перестали восстанавливать все. Уже не восстанавливают, Макс. Что значит не восстанавливают? Ну вот так вот, не восстанавливают уже. То есть пока мы в базе находимся, у них ничего не чинится, ни не того. А, в каком плане? Как только мы уйдем, у них сразу вжик-вжик, сразу двери, стенки, все на место станет. А. Ну все, мы в принципе уже все вскрыли. Так, у меня... Слушай, у меня красненький есть, ты можешь еще сделать... Одна, правда, есть. И порох какая есть. Красненькая? О, печка потухла. Что красненькая? Ну, это, чтобы для патронов производства. У меня 32 и 35. Чего надо делать? Ничего, просто чтобы в одном месте было. Можешь сделать себе патроны еще какие-то. Я, кстати, да, на винтовку все патроны расстрелял. Да. Угу. Ясно. Как ты умудрился? Я ж двери выносил. А, выманил. У меня, блин, 5 штук осталось этих. Так.
650 энергии, говоришь. Так, у тебя этих самые детали оружия же есть, да? Да. У тебя случайно кошачьей веревки нет? Я обалдел. Просто я мог бы у них апгрейдить этот дробовик на шару. Ну да ладно. Ну, вещь такая хорошая. Ну, давай это самое, сбегает кто-то за веревкой, если ты хочешь. Так ну, сделать. Ну это не шара. Да это нет смысла. Я лучше на базе это сделаю. Ну как? Все-таки знаешь, они уже сегодня не придут. Сегодня нет уже. Ну тогда я пошел. Сентябрь уже начался. Так темно ж, не видно сейчас нифига. Так, ну все, наверное, на этом закончим. Вроде уже у меня там пол. Черт его знает. Как раз на серию ты, наверное, написал. Ну, можешь да. Выскочить, посмотреть. Давай где-нибудь тут встанем возле верстака или где. Где посветлее? Ну, вот, да, на втором этаже возле дивана. На втором этаже тут посветлее. Или возле холодильника. Да, да, тут прям хорошо. О! А я что-нибудь что возьму? Топор. Или вообще ничего не возьму? Я наоборот ты убрал, чтобы не мешало. Блин. Я вот так буду делать. Угу. Ну что ж, а на этом будем заканчивать видео. Так что всем спасибо за просмотр и всем пока.